В Одессе набирает обороты скандал вокруг выборов мэра. Согласно данным, которые обнародовал горосбирком, пост градоначальника остается за Геннадием Трухановым. Для победы ему нужно было 50% голосов. Он набрал почти 53%. Несмотря на это, глава областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что будет настаивать на проведении второго тура. К слову, кандидат, которого поддерживал Саакашвили, не дотянул и до 30%. Оба уже высказались, что выборы были нечестными, и они их не признают. Баблю подсчитывать голоса и уточнять протокол сотрудникам избиркома пришлось в довольно нервной обстановке. Ночью был анонимный звонок о заложенной бомбе, визит усиленных нарядов милиции и многочисленных делегаций политических активистов. И вот сегодня эту ситуацию прокомментировали в Комитете спасения Украины. Политики внимательно следили за ходом избирательной кампании и считают скандал в Одессе показательным. За действующего мэра проголосовало почти 50%. Избирателей, и в первом туре он должен был бы быть объявлен мэром. Вот. Но поскольку против него выступал протеже господина Саакашвили, вот, то там сейчас уже милиция, почему-то милиция, проводит изъятие протоколов на 6 участках. Вот. Там вызывают председателей участковых избирательных комиссий на допросы. Ставится вопрос о том, что якобы там были, так сказать, фальсификации.